Извини, что тогда наорал на тебя случайно. Я просто в тот день взбесился за сестры. Она лазила в моем телефоне, еще говорила лишнее про меня. А, ничего страшного. Я это уже забыла. Кстати, спасибо тебе большое за то, что в тот раз согласился со мной станцевать. Это пустяк, кстати. Не оставляй ничего в шкафчик, ибо снова можешь попасть в больницу, как в тот раз. Я не поняла. Я про тот случай с отравлением и таблетками. Тогда тебя отравили кое-какие люди, имена которых я не хочу называть. Удачи тебе. Пока. Ура! Аста, мы победили! Да, я очень рада, мы молодцы. Аста, а ты чё не ешь? Аста! А? Ой, что? Я говорю, почему мороженое не ешь? Оно же так растает. А так, просто неохота. С тобой что-то случилось? Нет, ничего. Пойдемте на скейтах покатаемся. Ну, пойдемте. А, да, пойдемте. Здравствуйте, дети! Сегодня мы поговорим об элементе загадки, противоречивость которого начинается уже с названия. Ранее существовали многочисленные названия «нечистый газ», «удушливый газ», «испорченный воздух». Однако, благодаря наличию этого газа в атмосфере стала возможна жизнь на Земле. Мы с вами будем говорить о первом химическом элементе пятой группы главной подгруппы. Как вы считаете, о каком химическом элементе идет речь? Азот. Химический элемент 15-й группы, второго периода периодической системы Менделеева, с атомным номером 7. Как простое вещество, азот – двухатомный газ без цвета, вкуса и запаха. Один из самых распространенных элементов на Земле. Основной компонент воздуха – 78% объема. Также азот – основная часть воздуха. В атмосфере нашей планеты ежегодно вспыхивает 3 с лишним миллиарда молний. Мощность отдельных разрядов достигает 200 миллионов киловатт, а воздух при этом разогревается локально. При такой чудовищной температуре молекулы кислорода и азота распадаются на атомы, которые, легко реагируя друг с другом, образуют непрочное соединение. Благодаря быстрому охлаждению разряд молнии длится десятитысячную долю секунды. Присутствие атмосферной влаги и капель дождя... Денри, ты меня слушаешь? А, да. Тогда скажи мне, что ты понял из моих объяснений? Азот – химический элемент 15-й группы второго периода периодической системы Менделеева с атомным номером 7. Просто вещество – азот – двухатомный газ без цвета, вкуса и запаха. Один из самых распространенных элементов на Земле. Основной компонент воздуха – 78% объема. Ну, молодец. Алан тогда продолжит. Азот – это основная часть воздуха. В атмосфере нашей планеты ежегодно вспыхивают 3 с лишним миллиарда молний. Мощность отдельных разрядов достигает 200 миллионов киловатт. А воздух при этом разогревается до 20 тысяч градусов. При такой чудовищной температуре молекулы кислорода и азота распадаются на атомы, которые легко реагируют друг с другом. Молодец. Аста, может, ты скажешь то, что ты поняла? Азот – двухатомный газ без цвета, вкуса и запаха. Один из самых распространенных элементов на Земле. Основной компонент воздуха – 78% объема. Хорошо. Раз вы поняли тему, открываем тетради и записываем сегодняшнее число. И вот, потом Ричард сказал, что у Мерлин некрасивая прическа, за что Мерлин на него разозлилась и съела ее его словами. Ё-моё, сам себе яму выкопал. Ага, согласен. Кстати, ты сделала домашнее задание по алгебре? Я забыла. А, ну ничего страшного, я дам тебе списать. Спасибо. Аста, ты вот тут неправильно написала. Здесь нужно добавить косинус... А, ой, сейчас исправлю. Есть вода? А, сейчас. Вот. Ты
ты классно играешь в баскетбол. Спасибо, кстати, твоя мазь реально рабочая. Я теперь только по твоему рецепту лечу свои ушибы. А, это хорошо. Но то, что ты часто получаешь ушибы, это плохо. Да, из-за спорта. Кстати, это, как тебе сказать, может быть, сходим на днях куда-нибудь, в кафе, например. В кафе? Ну, давай. Хорошо, я сейчас пойду переоденусь. А что нафиг? Нендри меня позвал в кафе, это сон? Значит, он не против со мной дружить? А вдруг он меня любит? Не-не-не-не, он просто предложил сходить в кафе, ничего больше. Эй! Мерлин? Ха! Он с тобой решил в кафе сходить? Он мне дарил розы, подарки, а тебе, простушке, просто предложил сходить в кафе. Наверное, просто решил тебя отблагодарить за что-то таким образом. Не думал, что у тебя с ним все получится. Ты нищенка, твое место на мусорке. Наверняка твои родственники грязные крысы, как и ты. Здравствуйте, меня зовут Джулия. Сегодня я буду вашим официантом. Что желаете заказать? Мне, пожалуйста, пасту с помидорами, сыром и воду. Мне жареный рис и чай. Это все? Может, еще что-то закажешь? Не, спасибо. Хорошо, ожидайте заказ. Кстати, слышал, что случилось в школе? Не. Представь, восьмиклассники подрались и один другому нос сломал. Ты откуда узнала? Я это видела издалека. И не подошла? Нет, я побоялась. Понятно, тогда потом покажешь их мне. Дэнри, а твоя мама временно приехала к вам? Обычно она уезжает через месяц и пропадает на несколько лет. Но, наверное, в этот раз задержится надолго у нас. Ясно. Кстати, каких животных любишь? Наверное, лемуров. У них глаза прикольные. Да ну, только их? Нет, еще ленивцев. Прям таких, как ты. Да ну, я же не ленивая. Бывают дни, когда мне неохота выполнять домашние задания или еще что-то. Таких дней очень мало. Аста, у тебя весь дневник в тройках, что доказывает, что ты ленивец. Ладно, ладно, я ленивец. Кстати, еще, зачем ты меня позвал в кафешку? Да так просто, одному скучно стало. А, все-таки просто... Ну мы ведь даже не друзья. А разве, чтобы позвать тебя в кафешку, надо быть твоим другом? Ну, как сказать... Ладно, мне это пора. Я сама дойду до дома, так что пока. Как хочешь, я пошел, удачи. Кого ждешь? Алана. Он сегодня не придет, заболел. Откуда знаешь это? Он мне написал. А, ладно. Кто-то там шумит, что ли? Пойдем спустимся. Уже эта школа. Год не видел и соскучился по ней.